Технологии по распознаванию лиц из экспериментальной категории переходят в бизнес-системы. Российская компания 1С Bittrex встроила в свою систему решения по распознаванию лиц на базе нейронной сети. Об этом объявили на презентации, посвященной глобальному обновлению CRM, системы автоматизации управления процессами Bittrex 24. В ней и появились программы, которые получили название Face Tracker и Face Card. Разработки предназначены для полноценной замены пластиковых пропусков в офис и скидочных карт в магазинах. Face Tracker позволяет продавцу видеть на компьютере имя клиента, историю покупок и уровень скидки. Интересно, что Face Tracker в его нынешнем варианте – это развитие технологии внутри системы Bittrex 24. В прошлом релизе распознавание покупателя происходило с помощью технологии приложения Find Face, чтобы потом его можно было найти в социальных сетях для дальнейшего взаимодействия. С точки зрения бизнеса, это очень любопытный сценарий. Я бы очень хотел, чтобы в будущем социальные сети дали возможность давать объявления по фотографии. То есть мы сфотографировали человека и далее могли бы дать объявление, чтобы ему скидки, условия, новые какие-то акции, предложения, блюда ресторанные, что-то могло появиться в рекламных сетях. Если этот сценарий заработает, тогда вот весь наш этот эксперимент с фейстрекером получит совершенно новое дыхание. Ну и сейчас им пользуются. Еще один сценарий использования фейстрекера – учет рабочего времени сотрудника. Вместо пропускной системы в офисе на ресепшене устанавливают планшет с программой, которая сама распознает лица сотрудников и предлагает начать или завершить рабочий день, а также выставить перерыв на обед. Программа просит пользователя улыбнуться или мигнуть и таким образом понимает, что перед ней живой человек. Такие меры защиты предусмотрели разработчики программы фейстрекер и фейскард – российские программисты из компании NTEC Lab. Нейронная сеть этой команды заняла первое место в мире на конкурсе MegaFace, в котором представленный россиянами алгоритм смог обойти более 100 решений от конкурентов, в том числе программу FaceNet от Google. Здесь есть несколько решений. Решение, которое предлагается в системе Bittrex 24, это один из вариантов, вот, когда человека просят совершить какое-то действие. То есть так называемый call to action, когда мы понимаем, что человек может, а фотография не может. Существуют, на самом деле, довольно экзотичные истории, как и это решение тоже можно обмануть, но это, знаете, не на уровне ресторанов. Вот, все мы смотрели фильм «Mission Impossible», «Миссия невыполнима», когда одеваются маски, и та же самая маска, она может обмануть, в принципе, наверное, любую нейронную сеть. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения бизнеса, то есть практически в 100% случаев такие вот варианты, они абсолютно рабочие и помогают обезопасить работодателя, который как раз использует это для того, чтобы лучше контролировать свой бизнес, это решение от различных злоупотреблений страны и своих подчиненных. И это еще не самый жесткий сценарий применения этой нейрораспознавалки, потому что уже готовы технологии, которые позволяют следить, например, за тем, чтобы ни один покупатель не ушел без, например, бесплатной улыбки. Отдельно внимание заслуживает распознавание эмоций, этим вообще мало кто в мире занимается. И мы здесь видим большой потенциал именно для ритейлеров, для того, чтобы мерить индекс удовлетворенности клиентов на базе распознавания эмоций. И более того, это можно и зеркалить эмоции продавец-покупатель, смотреть на самом деле, как поведение, эмоциональный фон продавца влияет на удовлетворенность покупателя и так далее, и так далее. Здесь мы видим некоторое начало пути, вот, и различные решения, которые будут выпускаться на рынке с использованием этого алгоритма, за ними будущее.